тебе зайку и миску? А зайку зачем? Ну, в зоопарке кто живет? Зайки, мишки. Кого еще нарисовать? Так. Да? Какую мы нарисовали? Часть тут нарисовала мама. Остальное папа. Мишки, за зебру давай, жираф мне надо. Зебру здесь надо нарисовать. Жирафа, зебру и павлина. Павлина как раз цветными карандашами. Цветными? Да. Я себе завела, себе. Себе. Угу. Как мне достать карандаши? Как? Не надо тебе их пока. Нужно. Дима, ну что ж ты? Собирай. Кто, кого? Зебру рисуешь? Ну, видимо, зебру, да. Видимо. О, слушай, у папы-то она какая красивая. Ну-ка покажи. Вот поэтому я и не стала. У меня с животными плохо. Не дружу. Зебра, павлина. Ой, павлина я забыл, как рисую, постараюсь. Ты что там, Дим, сидишь? Что ты спрятал там? Карандаш зелёненький. И что ты делаешь там? На полу рисую. Ух ты, вот ты это. Алазный, я и читала алазный. Дима, Жень, забери меня. А это красным давай. И красным. Тут у нас вот завод по изготовлению хлеба, мороженое. О, животные сломал. Там молоко, мясо. Тут молоко, тут у нас вода, тут люди живут, домик, детская площадка рядом. Здесь у нас заправка. Отсюда все начинается от машинок маленьких. Да? Здесь у нас магазин. Здесь у нас магазин, продукты надо рисовать. Здесь у нас школа. Здесь зона отдыха. Здесь у нас вот. Что там у нас? А, парк. А, ну блин, надо было там взять парк, ладно. Вот, а тут у нас на краю так лес идет. А смотри, как да? Поехал на сына по буквам, видишь? Что-то ослик получился. По буквам. Ослик? Или собака? Или овечка. Я хотел осла рисовать вообще-то. Уши. Ухо большое. Либо вся собака, уже висят, либо это. Ну осла, давай, пускай будет овечка. Я тогда же... ей шерсть подрисую. Так у них же как у зайца уши такие с это. Пускай овечка это. Будет. Овечка или кто-то там. Как она? А смотри, как тут стоят мои сыны. Да, мама на стоянку встала. И жирафа. Почему тут они стоят? Ну, потому что вся начинается игра отсюда. И потом вот так вот. А эти такой, эти где такой? Эти такой, эти. Эти такой, что? Это такой, эти такой. Не знаю, что нарисовал. Фонтан. Это кто? А, жираф. Типа как жираф. Ну, что-то мне неудобно. Ой, ну ко мне пойти.